Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. В случае масштабной войны, армянская сторона может официально обратиться в ОДКБ, передает Азиас. Не считаю, что нужно обращаться в ОДКБ и просить помощи за нескольких выстрелов в направлении Армении. Это будет означать, что армянская армия недостаточно боеспособна. Заявил руководитель фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян. Мы должны быть такими сильными, и сегодня являемся таковыми, чтобы выстрелить 500 раз в ответ на эти 5 выстрелов. Так делается, так должно делаться. Договор с ОДКБ может действовать во время широкомасштабной войны, и если мы официально обратимся в ОДКБ. Сказал Эдмон Марукян. На вопрос, а если выстрелы со стороны Азербайджана носят постоянный характер, Эдмон Марукян отметил, что это не новость, и в таком случае армянская сторона прибегает к ответным действиям. Напомним, что, как всегда, армянская сторона постоянно обвиняет Азербайджан в обстрелах, в то время как именно армянские вооруженные силы регулярно провоцируют наши войска и обстреливают наши позиции. Вопрос в том, хотим ли мы обратиться за поддержкой в ОДКБ, чтобы в будущем быть обязанным. Я бы не хотел, чтобы мы обращались за помощью к этой структуре. Отметил депутат. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.